друзья! С вами Ирина Баханова на канале «Мастер своего дела». Сегодня я хочу вам показать три интересные рецепта приготовления очень вкусных блюд из грибов-шампиньонов. Я думаю, что многие из вас любят шампиньоны, но иногда просто теряются, не знают, что из них приготовить. Ищут подходящий рецепт. Вот сегодня как раз я хочу предложить вам три варианта. Возможно, что-то из этого понравится вам. Выберите и будете готовить. Ну что, приступаем? Первый рецепт очень простой, но грибочки получаются нереально вкусными. Я, как обычно, подготавливаю все ингредиенты. Подробное описание вы сможете найти внизу в инфобоксе. Такой простой набор продуктов найдется у каждой хозяйки на кухне. Первым делом ставим сковороду на плиту, вливаем туда масло и прогреваем. Затем отправляем измельченный лук. Лук я заранее порезала на небольшие кусочки и обжариваю его до легкой румяности. Как только кусочки лука стали у меня золотистыми, совсем слегка золотистыми, я отправляю в сковороду шампиньоны. Грибы я уже заранее подготовила, вымыла, почистила. Я использую сегодня грибы не слишком крупные, среднего размера. Добавляю в жаровню соль. И уже затем накрываю крышкой, буду готовить грибы под крышкой примерно минут 10. Огонь должен быть не слишком большим, средним. Затем нужно будет добавить в жаровню паприку. Я использую сладкую паприку. При желании, конечно, можно использовать любые специи, но я сегодня не буду. Мне достаточно только обычной паприки. Все хорошенечко перемешиваем и уже затем вливаем соевый соус. Такие грибочки можно готовить как на обычный ужин, так и подать на праздничный стол. Всего несколько минут, и потрясающее блюдо будет уже на столе. После того, как влили соевый соус, нужно накрыть крышкой грибы и готовить еще примерно минут 10, также на среднем огне. Затем открываем крышку и готовим грибы уже в открытом таком состоянии. Конечно же, все перемешиваем. На этом этапе огонь можно сделать еще поменьше, чтобы он был совсем минимальным. Готовим еще пару минут, а затем добавляем в жаровню чеснок, который нужно пропустить через пресс. Чеснок к шампиньонам лучше всего добавлять именно в конце приготовления, тогда он раскроет свой аромат и не будет зажаренным. И как раз таки мы получим его самые лучшие вкусовые качества. Еще минутку все это готовим, конечно же, очень хорошо все перемешиваем и все, ждем результат. Шампиньоны получаются очень ароматными, сочными и невероятно вкусными. При подаче грибы можно посыпать зеленью абсолютно любой, какую вы любите. Аппетитные грибочки никого не оставят равнодушным. Второй рецепт не менее интересный, чем первый. Будем готовить фаршированные шампиньоны с мясной начинкой. Для этого рецепта можно использовать уже готовый фарш, либо же самим перекрутить мясо через мясорубку. Я здесь подготовила курицу и свинину и перекручиваю. Как по мне, так домашний фарш всегда вкуснее. Для начинки шампиньонов можно использовать не только свинину с курицей. Также подойдет говядина, индюшатина. Либо же можно миксовать мясо для фарша. В готовый фарш я добавляю соль, сухой чеснок. Можно использовать и обычный чеснок, пропустить его через пресс, либо же также вместе с мясом через мясорубку. И добавляю специи. У меня это обычная смесь трав. Все нужно хорошенечко перемешать. Затем ненадолго убираем фарш в сторону и займемся шампиньонами.
Из каждого гриба нужно аккуратно вытащить ножку. Это совсем не сложно. Нужно сделать прокручивающее движение пальцами. Я использую силиконовую форму для запекания на этот раз и смазываю ее маслом. Затем уже готовым фаршем начиняем шампиньоны. На один гриб у меня уходит примерно чайная ложка начинки. Если вы все-таки решите использовать шампиньоны более крупного размера, то, конечно же, начинки потребуется больше. И все грибы выкладываю сразу в форму для запекания. И затем уже берем сыр, натертый на мелкой терке, и посыпаем сверху начинку. Отправляем грибочки в духовку примерно минут на 40. Готовим при 180 градусах. Аромат просто бесподобный. Шампиньоны получаются очень вкусными. Конечно же, такое блюдо имеет право быть на праздничном столе. Вкуснятина просто необыкновенная. Я посыпаю измельченной зеленью и подаю. Если вы не пробовали еще такой вариант, то обязательно попробуйте. Я вам рекомендую, правда, очень вкусно. Ну и сейчас третий вариант. Это грибы с картофелем. Более уже такой семейный рецепт, подходит для ужина. Чистим картофель и нарезаем на толстые полосочки, ну примерно так же, как на картошку фри. Главное сильно не мельчить. Вымытые шампиньоны нарезаем на ломтики. Кусочки должны быть не слишком толстыми. В прогретую сковороду вливаем масло и выкладываем картофель. Для этого рецепта я использую две сковородки. Если у вас только одна сковорода, тогда сначала обжарьте грибы, чтобы не прерывать весь процесс приготовления. Ну а я беру вторую сковороду, вливаю туда масло, также прогреваю и отправляю уже подготовленные порезанные шампиньоны. И уже слежу за процессом готовки в двух сковородках. В параллелях двух процессов приготовления мне нужно обжарить грибы до легкой румяности и картофель до золотистости. Чтобы все обжаривалось равномерно, я периодически помешиваю. Во время жарки грибов я добавляю в жаровню немного соли. При желании можно добавить черный молотый перец. И стоит также помнить, что грибы ужаривать слишком сильно не нужно. А вот сковороду с картофелем встряхнуть несколько раз не помешает, чтобы картофель был уж наверняка золотистым. И к румяному картофелю отправляем готовые обжаренные грибы. Все перемешиваем, добавляем соль и сметану. Огонь нужно убавить, чтобы он был совсем маленьким. Все хорошенько перемешиваем. Готовим еще буквально одну минуту. Блюдо получается само по себе очень нежным. Картофель рассыпчатый, грибы придают такую интересную пикантность. Можно даже сказать какую-то особую изюминку. Ну вот и все. Грибы с картофелем можно подавать. Готовьте с удовольствием, пробуйте, экспериментируйте, радуйте себя и близких.
Мои дорогие, это все на сегодня. Вот такие простые и быстрые рецепты я вам показала и все рассказала. Надеюсь, что вам понравилось. Внизу в инфобоксе я оставила две интересные ссылки на свои каналы. Это канал о жизни, влог Ирины Быхановой, и канал с быстрыми рецептами «Готовим дома». Переходите по ссылочкам, подписывайтесь, и я буду вам очень рада. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!